накопил я немножечко чемоданов. Сейчас будем открывать вот эти все чемоданы, что нам давали. Только оставлю по одному, ну, себе в коллекцию. Итак, приступаем. Его начнем вот с этих, да, стратегический запас. Поехали. А, стойте, стойте. Что там может выпасть? Ну, руда, да, типа руда. Ага, сейчас посмотрим. Так, 6 сундуков открываем. Поехали. Первый. Так, ну, руда нам не выпала, конечно. Едем дальше. Так, военный резерв. Что мы имеем здесь? Ну, тоже руда, типа, да, типа руда. Ну, поехали. 9 чемоданов открываем. Контейнер скупщика, что у нас здесь? Иголки. Ладно, оставим еще. И гуманитарная помощь. А здесь что? А, руда, руда. Ага. Открыть. Так, ну и 17 ящиков, награда за смех. Что мы здесь имеем? А, ну здесь мы имеем вот такие утки всякие. Понятно, поехали. Наклейка, наклейка. Да ты смотри, как прет-то мне на наклейке, а. Голограмма. Нельзя продать, не занимает места на складе. Утка. Юху, киберутка. Следующий ящик. Опять голограмма. Так, еще 8 чемоданов. Да ты смотри, третья голограмма, нельзя продать, а куда мне их девать-то? Утка. А, краску дали. Вот такие у нас чемоданы и вот такой у нас лохотрон. Вам никогда не выпадет руда с этих сундуков.